Приветствую. Перед вами трехосевая голова американской фирмы Kemet. Сейчас будем ее балансировать. В первую очередь нужно выставить вертикальный баланс, чтобы камера не клевала вверх-вниз. Для этого мы ее должны, центр тяжести, ее сместить вперед. Значит, вот смещаем. Еще немножко. Вот, приблизительно есть. Фиксируем. Теперь мы балансируем по оси Z. Для этого нам нужно установить так, чтобы в этом положении она держалась. Сейчас она не держится. Для этого у нас есть вот этот вот регулировочный узел, который позволит нам это сделать. Значит, удерживаем камеру в таком положении и выкручиваем вот этот болт на себя. Значит, камера смещается в эту сторону, тем самым баланс уходит в это, вот в этом направлении, вот она уже держится, но у нас ушел вертикальный баланс. Сейчас мы его опять подстроим, выдвинем чуть-чуть камеру вперед. Вот. Так, еще раз мы баланс сделаем. Еще вперед хочет. Ну вот, вроде есть. Значит, фиксируем. Значит, по оси Z баланс у нас имеется. Но по вертикали, опять же, у нас есть проблема. Есть проблема из-за того, что присутствует эффект качели. Вот он. Как бы камера вверх-вниз качается. Она не должна так быть. Она должна фиксироваться в любом положении. Вот если я ее вот так установлю, она должна держаться. А сейчас она не держится. Для того, чтобы устранить этот дефект, нужно отрегулировать вот эту вот часть, заднюю часть этой вот головки. Вот здесь есть два регулировочных болта, мы их освобождаем и, значит, поднимаем либо вверх, либо вниз. В данном случае нам нужно приподнять вверх, чтобы ось имела горизонтальную плоскость. Значит, берем ключ, вот он, и высвобождаем болты. Освобождаем болты, значит, и смещаем ее туда. Для этого я ее передвигаю в ту сторону, чтобы она по своей тяжестью сместилась. Вот она уже сместилась, я ее сейчас зафиксирую. Значит, эту операцию проделываем один раз для каждой камеры. Допустим, если вы снимаете все время одной камеры, вы под нее подстроите, и все, больше вам этого делать не придется. Я то же самое. Вот снимаю, например, на эту камеру X1, у меня постоянно она находится в этом положении, отрегулированном для нее. Сейчас посмотрим. Вот так вот, креплю. Окей. Сейчас посмотрим, что получилось. Значит, ставим камеру в это положение. Угу. Эффект качели также присутствует, но уже меньше. Уже меньше. Нужно еще чуть-чуть подрегулировать. Вот этот момент, который Слава заметил на другой голове, что задевает бленда, а подвес верхний. Это вот на всех кранах так. Вот это американский кран. Пожалуйста, то же самое. Видите? Все то же самое. Но для того, чтобы этого не было, можно сделать следующее. Добавляем сюда грузы. Например, фонарь. Ну, здесь еще бывают моторы для, значит, регулировки фокуса, диафрагмы. Это я специально сделал такую плату, чтобы я мог сюда вешать моторчики
И они как бы и дают тоже дополнительный вес. И вместе с фонарем перед начинает клевать вниз. И нам приходится камеру отодвигать взад. Вот если мы ее отодвигаем сантиметров на 5-7, то как раз вот это вот расстояние нам позволит сделать так, чтобы она не задевала вот этот вот подвес верхний. Но это, опять же, не столь важно, потому что в таком положении, что нам там снимать наверху? Тем более, если она уже будет здесь, то она будет снимать сам подвес. То есть это не принципиально, это не столь важно. Поэтому на это обращать внимание не нужно. Теперь, сейчас у нас, в принципе, баланс готов, только чуть-чуть надо устранить качельку. Для этого нужно подстроить более точно вот этот вот узел, но я сейчас этого делать не буду, потому что возьмет время. Ну, принцип настройки головы понятен. Он, в принципе, готов, его чуть-чуть нужно сместить, и он уже будет вот так вот держаться. Он будет держаться в любых положениях. Как бы мы не поставим голову, он будет фиксировать. Это называется баланс. Вот. В принципе, с таким балансом уже работать можно. Но, чтобы было идеально, нужно, конечно, подстроить вот этот вот узел. Чуть-чуть его нужно еще сместить. И он будет фиксировать у нас вот так вот. Эффект качели у нас уйдет, ее не будет. Ну, в принципе, вот все по настройке головы. Вот она крутится у нас свободно. Вверх, вниз, влево, вправо. Пожалуйста. Спасибо за внимание.